В общем, мы едем на Tahoe Lake, сейчас где-то остановились по пути. По пути очень красиво, много зелени, много коров, кстати. Вот. Такое вот начало. Я при параде. Надеюсь, не замерзну, как бы. В общем, я немножко спала по пути, и мы уже просто в зиме. Я поняла, что очень скучала по снегу, я так рада, господи, смотрите. Мне все нравится. Я просто в импрессиве. Весьма вовремя купила эти кроссовки, потому что в старых кедах я представляю, что бы сейчас было. У меня нету обуви для зимы, как бы, я же в Калифорнию приехала. А, вот. Короче, очень красиво, очень, блин, вы просто не представляете, какие эмоции сейчас испытываю. А, потому что в Калифорнии я как-то забила на Новый год, но в плане это мой любимый праздник, но там он не ощущается из-за того, что, ну, как бы, снега нету, и, ну, как бы, даже вот эти украшения, они, конечно, делают атмосферу, но не так, как вот это все. И сейчас я просто, я хочу Новый год. В общем, очень классно. Такая я у вас готовая к сноубордингу. Я уже жду, не дождусь, господи, что-то у меня аж прям... причем не так холодно, все здорово, потому что я ожидала, что будет вообще жестко, а на самом деле нет. Солнце греет, вы знаете? Ой, я прям не могу, ребята! Мне просто столько эмоций, что я сейчас умру вот прям здесь. Вот. Короче, гайсы, меня оставили, у меня семья все на лыжах, а я на сноуборде, а я на нем ни разу не каталась. И я теперь понимаю, что даже не имею понятия, как закрепить все. В общем, не знаю, главное, ну, хотя бы один раз, да, прокатиться и не упасть. Вот, просто кошмар. Конечно, одно такое себе удовольствие. Надо срочно с кем-то зазнакомиться нам, что ли. Короче, надеюсь, что я разберусь. Интернета нету. Посмотреть я никак не могу. Надо мной вообще вон люди ездят. Что-то я присела, конечно. Ладно, сейчас разберемся. Короче, я как дура сижу, тут снимаю. Я себя приковала. Теперь главное встать. Ни в кого не врезаться. Я даже не знаю, как тормозить. Я вообще не подготовленная. Зато тут вот красиво. Снег, зима у нас. Я, блин, как это? Ну, как обычно, короче, у меня же... У меня так и со скейтом начиналось. Никто туда в моем городе девчонок не катался, только я одна, как дура. О, нормально. Можно было вообще одну ногу не приковывать. Зачем я две приковала? Я что, профессионал, что ли? Ой, вообще в шоке себя, конечно, ребят. Короче, у меня даже что-то получилось. Я, правда, уже упала, как обычно. Ничего не меняется. В общем, я так думаю, за неделю я смогу свободно научиться кататься. Хопфули. Просто надо будет побольше видео посмотреть, а то, знаете, как бы скейт это одно, а тут когда две ноги прикованы и ничего нельзя сделать, это уже немножко другое. Я вообще, мне нравится фильм «Как выйти замуж за миллиардера». Хорошее название, тоже неплохой фильм. Там вот как раз девчонка, она скейтбордом занималась, ну, она там всякие трюки, не трюки, короче, профессионально, как спорт. И потом на сноуборд перешла. И тоже профессионалкой стала, вот у меня на лице полный бардак. Ну, мы с поездки, мы, считай, приехали в Tahoe Lake и сразу вот сюда. Вообще, я заболела, и хотела вот рассказать. Мы, в общем, поехали на Tahoe Lake, это примерно в 4 часах от Милбре, от, ну... Бэй-Эри. Представляете, 4 часа, и у вас уже тут снег. Хотя у нас сегодня с утра в Милбрей на крышах тоже такой немножко заморозок был, похожий на снег. А я еще вчера гуляла поздно, капец, я еще заболела, и, короче, просто полный букет всего. Надеюсь, что я буду иметь успех в сноубординге, потому что мне очень понравилось. Просто надо изучить
Мустин очень близко ко мне проехал. Либо я тут сижу как-то не на дороге, видимо. Ну ладно, пусть объезжают. А что я? Я видео снимаю, у меня YouTube-канал, у меня все хорошо. Вот. Я же забыла, что хотела сказать. Все отвлекают меня. В общем, хопфули будет успех. Мне просто надо... А, вот, видео надо побольше посмотреть, как двигаться и все такое. Просто когда ты один, немножечко не очень. Но надеюсь, что кто-нибудь подумает, что я профессионалка. Выгляжу как профессионал, в общем-то. Хотя очень переживала, что у меня одежды нет. Оказалось, что все есть. Так что все, ладно. Короче, мы приехали, и самое первое, что я услышала, это русскую речь. И просто в России, ребят. Куда-то ползу. А, забыла сказать, мы же в Неваде с вами. Ой, вообще как будто в лагерь какой-то, знаете, приехала. Прикольно, я люблю такое. Очень уютный домик. Смотрите, какие диваны шикарные. Картина, кухня. У меня радость. Вот это вот тепло. Потому что мне что-то холодно. И у нас соседи, кстати, русские мустины. Вот, поэтому это забавно. Шикарная ванная. Покажу себе. Ну, только тень, по факту. Тут будет комната родителей и наши с детьми.